Одинцовские партийцы поздравили жительницу деревни Лапино Надежду Павловну Спиридонову с 95-летием. Они навестили пенсионерку в рамках проекта «Старшее поколение». Как сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев, гости вручили Надежде Павловне подарок и памятную открытку от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также подарили цветы и торт.